Циркумфлекс Пирожата, с вами Старпер. Более года назад, прямо перед выходом обновления, убравшего возможность таскать два одинаковых предмета экипировки, я показывал вам билд Дабл в квадрате, ставший прощальным адью этой игровой механики. Сегодня я покажу вам улучшенный дабл, актуальный на текущем обновлении и безумно эффективный на любом уровне сложности. Прежде чем начать, хочу напомнить, что ваши лайки, комменты и подписки на канал с колокольчиком очень помогают его развивать, а оформление спонсорства позволяет мне и дальше заниматься ютубом и твичом. Тысячу респектов каждому, кто сделает что-то из перечисленного. А теперь к делу. Оружие поддержки – осколки льда. Я уже вижу комменты о том, что их жесточайше понерфили, и эти комменты совершенно справедливы, но в данной сборке их наличие совершенно оправдано. Софт АОЕ контроль и капли урона они выдают, и для зачистки локаций этого хватит. Чертеж осколков льда выбивается с третьей победы над Хранительницей Времени на любом уровне сложности. Основное оружие – метательный нож, он доступен с самого начала игры, и добывать чертеж не придется. Первый навык – темная сила. В течение 8 секунд увеличивает исходящий урон с каждой произведенной атакой. Очень сильно разгоняется благодаря большому количеству атак, осколков и ножей за единицу времени. Чертеж выбивается из протекторов на тропе обреченных. Второй навык – серпы пугало. Летают вокруг вас, следуют за вами, если вы убегаете, и наносят огромный урон всем врагам, оказавшимся на их пути. Чертеж выбивается при первом убийстве босса пугало, добавленном в игру вместе с DLC Fatal Falls. По сути, можно обойтись и без серпов. Их исключение из пула предметов увеличит ваши шансы получить полностью легендарную сборку. Но из-за нерфа осколков льда урона на ранних этапах забега может не хватать, а серпы полностью нивелируют этот недостаток. Аффиксы на пушках по классике, дополнительные доты при атаке и бонусы к урону по имеющимся дотам. В навыках то же самое, но с учетом возможности получить уже горящий напалм при активации темной силы. На ней же избегайте возврата стрел, на боссах этот аффикс порежет ваш урон, что так себе идейка. К сожалению, отказаться от резета мутаций, как в прошлом билде, в этот раз не получится. Для зачистки локаций и боссов вам потребуются разные комплекты для более эффективного уничтожения врагов. Итак, комплект мутаций для зачистки локаций и сражения с гигантом. Вы удивитесь, но первая мутация в упор, а не без пощады. Нужна она для компенсации порезанного урона осколков и, в общем-то, справляется с этой задачей. Плюс разгоняет урон от ножей, что тоже хорошо. Чертеж в упор выбивается из кучи в заброшенном склепе на любом уровне сложности. Вторая мутация – общая связь. Она объединяет врагов в цепь, каждый член которой получает урон. Общая связь позволяет не стоять на месте, чтобы убивать врагов, а постоянно двигаться вперед, вырезая все живое на ходу. Чертеж выбивается из гниющего зомби на кладбище. Третья мутация, или колючие наконечники. За каждый застрявший в них снаряд враги получают периодический урон, а чертеж выбивается из ядовитой твари в оскверненной тюрьме. Или без пощады, ваншотает мобов, чье здоровье опустилось до 15% и боссов на 7,5%. Чертеж выбивается из слэшера в недрах тюрьмы. Для сражения с привратником и десницей берите и колючие наконечники, и без пощады, так как общая связь на них не нужна. Для сражения с коллекционером замените без пощады на боеприпасы. В начале забега, если у вас есть камеры переработки со стартовой экипировкой, а открываются они после победы над десницей на сложности в одну клетку босса, отдавайте предпочтение метательному ножу, а не осколкам. С ними начинать похуже. Основной параметр – тактика, второстепенный – живучесть. Еще раз напоминаю, качать нужно только два параметра, потому что легендарная экипировка скейлится от суммы двух наиболее прокачанных статов. Расколотое святилище обязательно к посещению, так как здесь вы получите гарантированную легендарку, если, конечно, не склеите ласты, но риск того стоит. Взяв общую связь, постоянно двигайтесь вперед, атакуя только для того, чтобы прокнуть мутацию. Дот кровотечения и серпы пугало будут убивать врагов у вас за спиной, что позволит вам очень быстро зачищать локации, не тратя время на сражение с каждым мобом по отдельности. Получив легендарный метательный нож, вы получите и возможность использовать его одновременно с обычным ножом. Это совершенно убийственная связка для бусфайтов, но для зачистки локаций я все же рекомендую использовать нож и осколки. Массовое замедление превращает врагов в безопасных пусек, едва ли способных причинить вам существенный вред. И кстати, врагов убивайте, а сами не умирайте.
Я специально тестировал этот билд без экстра проклятых сундуков и рифтов, чтобы убедиться в его эффективности в условиях дефолтных статов, и справился он на отлично. Локации зачищаются на изи, боссы отлетают за считанные секунды. Надеюсь, оцените его и вы. Спасибо, что досмотрели до конца. Если есть возможность и желание, то на этой страничке, ссылка на которую находится в закрепленном комментарии, вы можете поддержать меня и то, чем я занимаюсь на YouTube и Twitch'е, материально. Подписывайтесь на каналы, с вами был Старпёр, всем счастливо и хороших забегов.